Игра действительно получилась тяжелая. Как бы с учетом, опять же, того, что мы перестраиваем, перекраиваем. Сегодня мы как бы с учетом как бы, своих там задумок, мыслей, решили Мустафаева туда вперед двинуть. С учетом того, что как бы может быть наладится там игра чуть получше. Опять же, впереди у нас проблема с нападающим. Сегодня тяжело как бы играть, когда там нет у нас позиции, где мы можем вторым темпом развивать атаки. Ну и приходится, как, опять же, используя ширину, фланги, приходится включать защитников, чтобы за счет чего-то создавалось преимущество. С учетом, опять же, тех моментов, что чему уделялось внимание на тренировках, оно сегодня не сработало. Те стандартные, не более опасные были. Ну а уже как бы вторая часть второго тайма, в десятером оставшись, конечно, тут уже не думаешь о том, как бы забить второй. Тут уже нужно правильно сработать и довести до логического конца игру. Тем более было преимущество в один мяч. Но то, что они на сегодняшний день старались, правильно выполняем, как бы, опять же, радует то, что понимание тактического характера, уже моменты оборонительных действий, перестроения, страховки, вот это уже как бы работает, и благодаря даже этому довели игру до победы. Ну а так в целом, сыграли, но на сегодняшний день то, что они могут, вот они сегодня на это сыграли. Немножко, конечно, удача сегодня была, нам повезло. Ну, я думаю, что та неудача, которая была в предыдущих двух играх, может быть, сегодня уже повернулась в нашу сторону. Надеюсь, что как бы надо хватать ее и не выпускать из рук. Будут сложные игры сейчас. «Зенит» тоже очень хорошая команда. А тут все игры хорошие, поэтому хорошая школа, хорошее обучение. И то, что они делают сегодня, это большой плюс.